По опросу 100 современных дирижеров, лучшим дирижером всех времен и народов был назван Карлос Клайбер. Не Тосканини, не Караян, а именно он, Карлос Людвиг Клайбер. При его жизни все оркестры и театры мира всеми возможными средствами пытались заполучить его. Клайбер был чемпионом по отказам. За свою жизнь, а умер он в возрасте 74 лет, Карлос дирижировал, и это подсчитано, лишь в 76 концертах. Тот же Караян постоянно звал его на Зальцбургский фестиваль, но постоянно получал отказ от маэстро. Караян как-то пошутил: «Карлос лишь тогда встанет за пульт, когда в холодильнике удавится мышь». За всем этим стояла невероятная требовательность к себе, музыкантам и организаторам от музыки. Карлос часто требовал столько репетиций, сколько залы не могли себе позволить. Но если это случалось, концерты или спектакли становились шедеврами в мире симфонического и оперного искусства. При всем своем величии и признании великий музыкант был скромен до монашеской строгости. Он избегал сутить кого-либо. Его личная жизнь была за семью замками. Он практически не давал интервью. И все это пример подлинно христианского поведения среди людей. Скромность, ответственность, естественность и честность. И разве не это завещал нам Христос?